Всем привет, друзья! Привет из Анапы. Июль. Людей очень много. Вода теплая. Я решила прогуляться по пирсу. Посмотреть. Думала, тут дельфины. Тут часто бывают кучки дельфинов. Ну, нет дельфинов. Одна молодежь. И так матерятся, что мне пришлось уйти. Вода очень теплая, прозрачная. Вот, смотрите. Видно. Отремонтировали пирс, так приятно ходить по пирсу. Ничего не вижу, что снимаю. Солнце светит так ярко. Ничего не вижу. Ну вот, плывут. А вот здесь вот какая-то экскурсия. Да-да-да, точно. Жилетики одели. Ух ты. Туристы готовы. Ой, как матерятся. Молодежь матерится. О, а с этой стороны, друзья, у нас, смотрите. Ух ты. Штуки фиксирует на банане. Жара стоит уже неделю. Ну, туристам только на руку. Народу много. Сейчас, наверное, часов 7 уже вечера. Ой! Оступилась. Пляжи полные. Увидела табличку и остановилась. Видите, написано: нырять с пирса, с причала. Ну, мы его называем пирсом, запрещено. И вот первый пошел, второй сейчас. Ну. Думает, нет, передумал что-то. В общем, ныряют. Прыгают. Thank you.
Преграда такая у нас тут. Нельзя проходить. Не знаю, сидит, пускает всех подряд. Музыку слушает. Алина, когда я записалась в первую лекцию, подходила ли вам к рассказам или нет? Алина, когда я записалась в первую лекцию, подходила ли вам к рассказам или нет?